В числе прочего, руководитель страны предложил запечатлеть в Конституции ключевые социальные гарантии. Это положение о ежегодной индексации пенсий, пособий, а также о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума. Свое мнение по этому поводу уже выразили общественные деятели, эксперты и депутаты всех уровней. В частности, югорские парламентарии считают данные меры гарантом благосостояния граждан. Одна из важнейших норм, которая предлагается внести в Конституцию, это о том, чтобы минимальный размер оплаты труда был не меньше прожиточного минимума. Конечно, эта норма, она социально направлена на поддержку человека труда. Президент не раз говорил о том, что работающий человек не должен быть бедным. И вот эта вот норма, она закрепит, в принципе, те вот социальные завоевания, которые произошли за последние 20 лет.